Всем доброе утро, ребят. Ну что, сегодня открылся наконец-то на русском сервере Battle Pass и каким-то чудом открылся еще дополнительно. Я уже даже забыл, как его этот фонтан. Из бесплаточки я, как видите, достал свалено налегке. Такс. Что у нас тут по квастикам? Сейчас еще раз жахнем 150. Так. Battle Pass, по сути, не поменялся. То есть все то же самое. Ничего такого нового, интересного не добавили. Поменяли единственное скин. Бугича на скин. Эй! Смени талант, блин. Че я нанимал? На талант, точнее, Ледяхина. Фу ты, блин, не проснулся еще. Короче, поменяли Ледяху на Бугимена. Вот так вот, Бугимен и скин в итоге. В итоге все полностью осталось то же самое. Попробую на этом аккаунте пособирать. Каждый день попробовать посмотреть, как же без донатом здесь собирать этот блиц-турнир. То есть надо будет побегать целый день и посливать, точнее 20 дней, а не целый день. Говорю, не проснулся еще, сейчас посмотрим, что обновят по акциям. На Тайване дали обалденные награды, плюшки, 6 сундуков, надеюсь, что и здесь это тоже дадут. Ну а так, в принципе, ничего более в Battle Pass у нас не добавили. Ну еще 3 минуты как раз дофармим. Что они делают? Это вообще огонь. Зефир и бабулька тащат. Так, окей. Пожертвуйте слизь, покрутите колесо. Разрушите 5 баз. Ну, 5 баз это мы сейчас быстро сделаем. Ну, по сути, как видите, минут 5-10 уходит на фарм каждый день этой локации. Так, забрали. Ну, еще получается, можно дофармить. Здесь до 540. Итого получается 1080. То есть звездочки за такие прохождения. Из-за квастики. Так, чего 525 еще одну битву? Ну, 10, 5-10 минут уходит даже без этого. Ну, конечно, у кого нету
Battle Pass, а то придется восстанавливать героев за самоцвета. Так, все. Здесь получили мы максимум. Сейчас обновимся, посмотрим, дали ли нам плюхи. Ничего себе, карта смена, нифига себе, колесо дружбы. Такс, и использовать слизняка нам надо. Я не знаю, ли у меня там есть на кого использовать. Вот, все. Шестой. Да, итог у нас пока шестой уровень за первый день. Давайте перезайдем, посмотрим, что же все-таки интересного, может, добавили и дали ли за вход награды. Да, есть, вот они, плюшки, подарок за вход. Думаю, никто не пропустит. Хватайка на русском сервере. Ничего себе, ребят. Это прям вау. Сейчас посмотрим, что нам добавили. Все то же самое. Ну, здесь есть шанс, конечно, вытащить 30 жетонов, если повезет. Мне какой-то подарок дали. Сундук таланта 5 уровня. Ну, тоже неплохо. 10 сундучков. 1 плюс 1. Рулетка удачи. Понятно. Чарующие 180. Открыть сундук. Ну и фонтан. Так, более ничего, сейчас еще глянем, что на рынке. Так, понятно, донатный фонтан. Фонтан такой себе, вот классный фонтан на немке, там можно выбирать награды. Так, набор такой, набор месяца. Роза, вольт, вот такое себе. Ничего такого мега-мега интересного нет. Окей, ну, в принципе, хватайка и подарок за вход неплохо. А, поехали на этот сервак. Блин, а где мой iPhone? Я где-то его оставил. Не покажу вам, что сегодня на iPhone. Что сегодня у нас на iPhone будет? Такс, английский сервер, новые сумки так и не добавили. Вот такое себе все, ничего нового нет. Вот карты по 20 продают. О, нифига себе, посмотрите, какой пак накопления. Офигеть, вот это новый пак накопления. Два дня идет. 15, 150. Ну, конечно, жесткий пак накопления. Ну, стоит ли оно того, я даже не знаю. А, так, коллекционер героев не поменялся. Он здесь такой же был. Прайс. Ну, вот пак неплохой. Прайм. Карточки 25 штук. Ну, гифтами разве что собрать. Point. А здесь больше ничего такого нету. Окей, поехали еще на немку глянем. Что у нас есть интересного на немке? Так, это что-то интересное, что-то новое.
Все понятно. Кстати, нету акций тоже, как и на русском здесь. Это печально все. Уже второй день причем. Так, тут ничего пока не обновилось, все обновится в 11 часов. Все понятно, поехали еще Тайвань глянем. Что у нас интересного на Тайваньке есть? Так, накопление за питомцев, затрату талантов. Вот тоже новое накопление, только здесь 50. Да, ну прикольненько. Здесь меньше в два раза, там вообще 90 захреначили. Офигели. Ага, так, большие паки. Странно, что сумок не продают. Хотя они должны быть, либо их провтыкали. Очень-очень странно. В общем, все. В принципе, ничего больше такого интересного нового нет. Слизни. Это акция новая. Сейчас посмотрим, что за акция. Ну а так, как видите, кроме новых пакетов накопления за донат, ничего нового нет. Бинго. В общем, вот так вот. Battle Pass как Battle Pass. Хватайка на русском, на iOS. Я что вам сегодня не покажу, может попозже забегу. Вот так вот выглядит новый скин. Я его уже показывал, кто не видел, еще раз увидит. Ничего такого сверхъестественного нет. Немножко поменяли внешний вид и анимашку. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.